Любители сторис, доброе осеннее утро, смотрите, какая красота, блин, прям не могу нарадоваться, не могу нарадоваться погоде. Мы с Лерой выезжаем, я ее отвожу в школу и сам стартую в Ростов. У нас в эти выходные, я что-то вам даже особо не рассказал, мне казалось, что вы знаете, но вы наверняка не все знаете, что у нас в эти выходные пройдет суперкубок в Ростове. RDS-GP против RDS Европы. В общем, просто такое, типа, супер закрытие, клевый батл на юге, там отличная тоже погода, бетонные стены. Ну, гроза уже все отдала, все проблемы, да, Лер? Ты видел, кстати, как колесо разорвалось, да? Жесть. Короче, ребята уже там, я сейчас стартую. Смотри, сянчики. Лер, может, вместо школы со мной? Да? Да. Мама узнает из сторис, что мы в школу не пошли, а пошли, поехали в Ростов. Все, буду держать вас в курсе. Так, ну что, любители сторис, я тут остановился на полюшко, так сказать, полюбоваться. И заодно вам хочу коротко снять про Мишечку. Мне просто в Телеграме написали, говорят, что, Никитос, как вообще тачка, расскажи, там, расход, плюсы, минусы. А вот, ребят, не могу нарадоваться, вот реально, вот без шуток вам говорю, вы знаете, всегда я с вами честен, вот ни одного минуса в этой машине за 25 тысяч километров, которые я проехал, я не нашел. Вот даже сейчас я отшагал 700 километров и еду, чувствую, залипаю. И вот на обычной машине, что надо делать, когда залипаешь? Когда залипаешь, тебе нужно остановиться и буквально там 15 минут сбить дурачка. А как это выглядит вот здесь? Значит, здесь есть, вот насколько машина продумана для людей, для путешествий, для того, чтобы, хочу в глаза вам смотреть, для того, чтобы комфортно себя ощущать, насколько это в городе проявляется, во всяких многих нюансах. И вот один из моментов, коротко вам просто покажу. Здесь есть такой режим, называется NAP Mode. Чтобы на обычной машине, вам надо разложить кресло, закрыть там шторки, люк, там все это сделать. Здесь есть режим NAP Mode. Вы его нажимаете, выбираете, слышите, включилось океан, лес, дождь, лето, ну вот я под океанчик. И вот типа drive seat, 15 минут, нажимаете, она автоматом закрывает шторки, раскладывает сиденье и включает вам вот такой вот, слышите, можете погромче сделать, режим. И вы вот так вот под океанчик, вот так вот на этих прекрасных, потрясающих подушечках, которые сшиты буквально из, я не знаю, из кожи зебры-девственницы. Не знаю, как они так сделали, но она потрясающая. И просто так вот сбиваете дурачка 15 минут, как я сейчас сделал. Любуйтесь полюшком, встаете, нажимаете одним движением возврат, он вам все возвращает обратно, пьете ессентучки и продолжаете путешествия. Поэтому я мега доволен. Не знаю, что может быть вообще лучше. Все, погнал. 300 верст мне осталось. А сейчас я еще вам, кстати, еще одну вещь расскажу, пока мы едем. Кстати, вот тоже, да, Яндекс.Навигатор встроен в проекцию. Яндекс.Навигатор и антирадар. Хьют, вот этот антирадар, он встроен, короче, в проекцию. Яндекс.Навигатор, который штатно тоже адаптирован, ну, точнее, не адаптирован, а оптимизирован, да, под нештатно, установлен у меня, и он тоже встроен в проекцию. Это значит, что можно ехать и не отвлекаться от дороги и смотреть просто через стекло. Ни на одной машине больше, насколько я знаю, нет Яндекс.Навигатора с его картами,
схемами нормальными, адаптированными для жизни в проекте. Я вот рассказываю о каких-то фишках, и это все как бы умножение коэффициента. А самое главное, это потрясающее шасси. Потрясающее шасси, связка, двигатель, коробка, гибридная силовая установка, торможение, комфорт. Это основа и умножается на все эти фишки. Да, и спешу напомнить, что я не являюсь амбассадором бренда Лисян. Мне не дали бесплатную эту машину, я ее нахваливаю. Нет, конечно. Я, в принципе, так никогда не делаю. И говорю всегда по факту. И все плюсы и минусы. Но не важно. Важно то, что я эту машину купил за деньги, причем немалые, потому что она так стоит. Именно поэтому она, собственно, и такая хорошая. Потому что чудес не бывает. Тоже, кстати, предмет отдельной дискуссии. Наивно, люди, которые наивно и непрофессионально сравнивают дешевые китайские машины с хорошими, дорогими китайскими машинами, при этом забывают, что дешевые немецкие машины или там французские и так далее, там американские, являются тоже очень посредственными. Но не суть, ладно, не важно, не об этом сейчас, потом поговорим про это. Или хотите сейчас поговорить. Короче, не суть. Астетюнингу спасибо за то, что они мне с тачкой помогли. К ним обращайтесь. А раз мы с вами сегодня болтаем, потому что мы в дороге, давайте еще кое-что вам расскажу. Не, ну погода, а? Ну просто разрыв, а? Просто разрыв. Не могу, еду, радуюсь, вот глаз отдыхает. Что еще я хотел сказать? Я вам сюда не выкладывал. Мои кореша уже из компании «Кухонный двор» и дорогая Лена, любитель сторис, это дизайнер, менеджер «Кухонного двора», который мне очень сильно помогли с кухней. Подготовили видео, мы снимали там видео про кухню, я вам ее вот выкладываю в отдельный рилс, это видео. И в очередной раз их благодарю, и в очередной раз советую всем обращаться туда и быть такими же довольными, счастливыми, как и я. Я сегодня, видите, у меня сегодня день, когда я посылаю вселенную сплошные радости и добрые созидательные эмоции. Всем огромный привет, меня зовут Никита Шиков. Я двукратный вице-чемпион российской дрифт-серии, профессиональный гонщик, многократный участник и призер российских и международных соревнований по дрифту. И сейчас я стал счастливым обладателем новой кухни от бренда «Кухонный двор» и с удовольствием. Это Ростов, здесь начинается юг, залет не оставь дома, понты и пух. Здесь уважают за дух и ценится нутро, люди помнят добро, пусть вас хранит Бог. Это Ростов, здесь начинается путь, каким бы ни был маршрут, тут нас...